Мы друг друга убили! Такое вообще может быть? Привет, меня зовут Пози, и добро пожаловать в Valorant. Игра в снежки. Это новый режим специально к праздникам, чтобы пофаниться до 29 декабря. Итак, ребята, за какого героя я буду играть? Окей, я хочу выбрать сова. Где бы они ни были, я их найду. Ясно. Так, карта называется Icebox. 3 секунды до старта, чуваки. Снежкометы в руки и вперед! Нужно стрелять на опережение. И я только что сделал первый килл. Офигеть! О-хо-хо-хо-хо! Вот это меня быстро вырубили, конечно. Ладно, я тоже был неплох. Я кого-то здесь слышал. О, вот, получай! Ха-ха! Одно убийство. Где враги? Где враги? Ой, я здесь кого-то видел. А, нет, я промазал! Вау! Вы видели, я прямо в снежок прыгнул. Офигеть, что происходит? Так, вот здесь слева вроде как кто-то. Идем навстречу приключениям. Я уверен, что здесь кто-то есть. О, здесь кого-то только что убили. А, нет, это подарок. Вот я тебя и вычислил. Получай, давай, один на один. О-хо-хо-хо! Не ожидала такого, да? Так, где еще враги? Давайте, ну же, идите сюда. Кто здесь босс? А! О-о-о-о! Так, получаю буст. Снежный ком. О-о-о! Нифига себе! Вот это снежище! Там мой тиммейт с ножом бегает. Его вырубили! Нет! О! Так, одного убил. Окей. Идем дальше. О, он прям в полете меня вырубил. Что ж, это было неплохо однозначно. Смотрите, у меня есть снежкомет, а также у меня есть нож, которым я могу воспользоваться в любой сложной ситуации. Так, 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 так. Они здесь батлятся, я в этом уверен. Коньки, я взял коньки. Я выезжаю! Лови! Коньки меня не спасли. Меня как будто кто-то сзади обходил. Я это слышал! А, вот они! Что происходит? Ну, их там было много, понимаете? Я один, а их много, это нечестно. О, подарочек. Так, что здесь у нас за буст? Рикошет. Смотрите, это временный баф, это усилялка, которая выпадает рандомно из подарочков. Сейчас мы как отрикошетим. О, что это такое? Ладно. Откуда? Так, вот этот чувак явно с кем-то батлится. Лови! Оу-оу-оу! Там еще справа кто-то. Что происходит? Мне страшно. Он меня обошел со спины. Он на коньках летает. А, как тебя вырубить? Ну там позади кто-то стоял. Почему я один батлюсь против всех? Я не понимаю. Где мои тиммейты, когда они мне так сильно нужны? Ну, мы вроде как не сильно отстаем. 36-38. Здесь идет соревнование на количество выбываний. Назовем это так. О, я был так близок. Так, так, так. Мне кажется, тут кто-то... Получай. Услышал его. Оп, давай второе убийство сделаю. О, в полете, видели? Офигеть! Вот просто впритык подъезжают и убивают. Вот так вот просто в наглую. Так, это что у нас? Это у нас тоже рикошет. Я хочу, чтобы мне выпали коньки. Чуваки, это прям безумно фаново на самом-то деле. О, ничего себе у них здесь запасики. Офигеть, она стреляет просто без остановки. Ладно, я тоже могу, в принципе, зажать одну клавишу. Давай, давай, давай. Да как тебя вырубить? О! О, слоумо! Я не успел! Поражение! 41-50! Смотрю на этот счет, и я просто в шоке. Нам не хватило вот столечка до победы. Ладно, я становлюсь в очередь, я готов сыграть снова. Матч найден. Матч найден. Это звук метели. Мне, в принципе, не важно, кого выбирать. Выберу себе Феникса. О, о, посмотрите на этого красавчика. Фау! Испарился. О, кто здесь самый крутой? Воу, воу, воу! Ребята, хотел бы вам напомнить, что игра в снежки — это ограниченный режим, и он будет доступен всего лишь 2 недели. Поэтому, кто из вас хочет успеть поиграть и получить награду, обязательно играйте! О, вырубили! Ничего себе! Вот это я был под обстрелом! Так, получай раз. Думал, получится в прыжке вырубить. Ищем подарочки, чуваки, ищем подарочки. Они должны быть где-то рядом. Смотрите, по нему кто-то стреляет. Я выпрыгиваю неожиданно! Получай! О! Стреляем на опережение! Здесь выстрелы замедленные, поэтому обязательно это нужно делать. Ай. Кажется, я уже выучил карту Icebox. Поднимаемся с вами повыше. Слышу кого-то справа. Пока что не понимаю, где. Ладно, идем дальше. Может быть, тут кто-то есть. Эй, кукусики. Тебя здесь нет? Со всех сторон эти звуки! Я уверен, что тут кто-то остался у нас. Давай, братишка! Побежали! Выпрыгиваем! На! Лови! О! Так, приседаем. Со спины убили! Нет, 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 нет! Так, убил. Ну, наконец-таки. Да как я не попал? А-а-а!
В ноги? Серьезно? О, ну наконец-таки. Вы готовы, дети? Так точно, капитан. Я не слышу. О, посмотрите, сколько здесь подарков. Коньки, рикошеты. Так, одного убил. Давай, следующего. Почему их здесь так много? Мама! Я что, здесь один, что ли? Ладно, я кого-то вырубил. Это было действительно весело. Да! Да! Блин, я думал, сейчас будет третье убийство. А, не получилось. О, прямо возле меня. Шикарно. Так, рикошетик. Я не понимаю, куда я стреляю! Портал! Открылся портал! А, все подарки у них! О, ладно, у меня тоже есть один. Опять рикошет. Вернул то, что принадлежит мне по праву. Осталось 10 убийств. О, это очень и очень печально. Так. Коньки, 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 дайте мне коньки. Все, поехали, 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 поехали. Так, беру ножичек в руки. Ты где, ты где, ты где? Воу, уехал. Опа! Один раз ударил, красиво. А-а-а! Одно убийство осталось, и они опять выиграли. У нас будет сегодня хотя бы одна победа. Все, кто сыграет хотя бы один матч, получат после закрытия режима награду Снегобро. Это такой брелок для оружия. Так, я буду бегать вот вместе с ней. Мне кажется, что у нас получится шикарная команда. Ловите. Оп, кажется, ее убили. Ладно. Ой, что-то они как-то разлетаются, как мушки. Так. Ага, вон там кто-то спрятался. Так, дай мне выйти. Да, елки. Да! Второе убийство. Оу-оу-оу-оу-оу. Так, в укрытие. Выпрыгиваем. На, получай. Ах, три убийства. На старте я один сделал три убийства. Серьезно? Какой же я крутой. Так, мы с типом здесь один на один. Хо-хо-хо-хо-хо. Что? Я его убил? А там уже моя подружка подбежала сзади. Должна была мне помочь немного. Так, что здесь было? Подарочки. Ладно, мне никто не скажет, видимо. Что там сзади? Сзади вроде все чисто. А, вот они где все. Лови! Лови! Я просто зажал кнопку и стреляю. Ну все, ребят, вот мы у них на базе. Что дальше? Кто следующий? О-о-о! Идеальное попадание. Ну, с ней, конечно, не посоревнуешься. Она быстрее перемещается, нежели чем я. Да почему? Почему ты впритык-то ее не вырубил? Я не понимаю. Он же стоял прямо позади нее. Так, окей, снежный ком. У-у-у! Лови! Хо-хо! Кто следующий? Что-то не вовремя я выпрыгнул. О, портал открылся. Отлично. Подарочки, подарочки, подарочки. Рикошет. Коньки, коньки, коньки. Мне нужны коньки. Так. Да! Я только собрал все бафы. Мне это очень обидно. Все, поднимаемся наверх. Вот здесь. Потусуюсь немного. Уи! Оп, слышу кого-то. Здесь прям близко. Давайте я воспользуюсь рикошетиком. Убийство есть. Я думал, я его не убью, честно. Так. О! Убийство! Рикошетом! Просто я выстрелил на рандом. Так, тут кого-то слышу. Да, братишка! Ну как ты меня услышал? 33 на 33. Так, ребята, ускоряемся с вами. На скиллах играем с вами. О, сзади кто-то стреляет. Почему я не попал? Я же выстрелил прям идеально по траектории! Идеально. Просто дел, чуваки, просто дел. Давай, 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 попаду по ней. Где другие враги? Так, комом стреляет и рикошетом! Мама! О, мы друг друга убили! Такое вообще может быть? Так, ладно, 39-41, чуваки. Опасно. 40-42. Отрыв буквально у них в два фрага. Поэтому, ребята, не сдаемся. Не сдаемся, не сдаемся. А-а-а, пропали бабы! Так, вот тут кого-то слышу. А, черт, это наш тиммейт. 47 на 47. О май гад! Я вырубил! Да! Я сделал финишное убийство! Вы видели? Вау! Затащил! Да! Что за красотища-то такая? Таблица. Ну,
целом я на 4-м месте. Я думаю, что это неплохо для нашей команды. На первом месте Spicy. У нее 18 убийств. Ну, отрыв не такой уж и большой. И, ребят, хотел бы вам напомнить, что поиграть в снежки вы сможете до 29 декабря. Эта игра доступна с 15 декабря до 29 декабря. И если вы поучаствуете в матче, то вы можете получить снегобро. Это вот такой вот крутой брелок на оружие. Ну что ж, ребята, на этом мой ролик подходит к концу. Если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте свой лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Скачать Valorant вы можете по ссылке в описании. Играйте в снежки, поднимайте себе новогоднее настроение и веселитесь. С вами был Пози, всем адьос!